Здравствуй, Гав-Гав. Ты интернетом пользуешься? Он пользуется не только интернетом. Он пользуется интернет-провайдером ПРОК. Смотрите, как он эффективно пользуется. Он даже почесал свою спину. Интернет-ПРОК – это не только интернет-провайдер. Это еще и дополнительные возможности. Одним словом, я горжусь этой компанией, особенно качеством его прохождения сигнала. Когда возникают... Собаки нема. Значит, вернется. Когда сигнал, когда месяц закончился, постоянно надо просить кого-то, на коленях стоять. Одним словом, у меня такое чувство, что это не провайдер, а это какое-то ведро с гвоздями. Спасибо, компания ПРОК.